маленькие чудовища. И кошка. Смотрят друг на друга из-за решетки. Интересно? Сейчас-то может интересно опустить вас вдвоем друг к другу, так сразу от нее убегать будешь. Может запустить ее сюда, кошка? Хочешь? Не, ну если хочешь, давай заходи. Не-не-не, тебя-то я не выпущу. Кс-кс-кс. Давай. Кс-кс. Давай-давай, пойдешь сюда? Кс-кс-кс. Кс-кс. Не? Не, морда, ты даже не смотри. Тебя без привязи отсюда никак. Кс-кс-кс-кс. Давай. Кс-кс-кс. Не хочешь? Ладно. Не пойдет сюда кошка. А стоило только закрыть, как сразу подходит. Может, все-таки пойдешь, а? Ладно. Аль, иди поглажу. Иди поглажу и домой пойду. А то я уже тут замерз. Это ты не мерзнешь? Морду свою сует. Через решетку. Ветку нашла какую-то. Погладить. Не, на воле лиса не гладится. Лиса гладится только если ее поймать. Ну или у себя в том вольере дома. Он поменьше, бежать там особо некуда. Тогда можно поймать и загладить. Да? Не поймал. За зубы поймал. А вот всю лису как-то не очень. Так вот и живем. Тут уж темнеть будет скоро. Так что, морда, домой вечером пойдешь. Ну давай, может, напоследок поглажу. Не? Думаешь, нет? Иди сюда. Иди сюда. Да, блин. Не. Никак не поймать. Ладно, все. Даже пытаться больше не буду. На, посмотри хоть в камеру. Ясно, все с тобой ясно. Наглость. И кошка.